Всем привет! Вы смотрите канал «Как правильно». В этом выпуске вы узнаете 10 лайфхаков, которые упростят вашу жизнь. Если вы нечаянно разлили йод на одежду, существует лайфхак, как легко и быстро его отмыть. Разведите 1 грамм аскорбиновой кислоты в небольшом количестве воды и нанесите этот раствор на пятно. Йод исчезнет практически сразу. Чтобы открыть плотно закрытую банку, не обязательно звать кого-то на помощь. Достаточно слегка поддеть крышку обычной открывалкой. Самое главное – напустить воздуха, тогда давление не будет прижимать крышку и она легко открутится. Солнцезащитные очки защищают не только от яркого солнца, но и могут стать отличной подставкой для телефона. Вот еще один способ изготовления подставки из самой обычной крышки от пластиковой бутылки. Сделайте по 2 параллельных надреза на крышке с помощью канцелярского ножа с каждой стороны, как показано на видео. Таким образом, самая дешевая подставка готова всего за несколько минут. Если у вас нет необходимости делать скриншот всего рабочего стола, а только активное окно, используйте комбинацию клавиш Alt и Print Screen. Это довольно удобно, когда нужно отправить скриншот без лишней информации. Некоторые соусы с перцем содержат большое количество капсаицина, вещества, которое придает блюдам вкус и остроту. Но иногда этой остроты бывает слишком много. Убрать жжение во рту можно с помощью обычного молока, причем чем больше жирность, тем лучше. Дело в том, что капсаицин растворяется в жире, а не в воде, поэтому молоко быстрее устранит чувство жжения. Если у вас сели батарейки, постучите одной батарейкой по другой, как показано на видео. Таким образом, батарейки смогут проработать еще какое-то время. Но этот лайфхак не работает с аккумуляторами, так что стучать по ним явно не стоит. Довольно частая проблема, когда дверь захлопывается и срабатывает автоматический замок. В итоге дверь оказывается заблокированной. Возьмите несколько резинок и зафиксируйте их на противоположных концах ручек, так, чтобы резинки приходили непосредственно по замку. Теперь, даже если замок сработает, вы без труда откроете дверь. Если на вашу одежду прилипла жвачка, поместите одежду в морозильник в полиэтиленовом пакете примерно на полчаса. Жвачка затвердеет и ее легче будет удалить. Узнать точное время в любом городе мира можно с помощью поисковых систем. Введите в Яндексе запрос «Время» и название города. Точно такой же запрос работает и в Google, но на английском языке. Спасибо за просмотр! Не забудьте поставить оценку этому видео и подписаться на новые выпуски.